Кто селеги, ребята? Кто селеги? Кто селеги знал, что стрим будет, а? Красавцы, ребята, красавчики. Так, ребята, ну что? Погнали пробовать. Ой, стойте, надо отменить игру. Блять, стойте, сука. А не, все правильно, регион НА. Я думал, я на Европе. У меня всего игр 5 сыграно вообще в игру эту. Не больше. Бля, на Хейзе у меня одна игра была сыграна, я сыграл 0.20, и после нее вообще не хотел играть больше в эту игру. Такая вот информация. Так, ребята, ну что, поехали, блядь. Жестко будем сейчас. Готовы жестко? А если фиолетовый, я соло линия буду стоять, да? Вот фиолетовый, я против пуджа, да, стою? Сейчас будем буча обсыкать на линии. А где пудж? Он на базе, что ли, АФК, блядь? Промазал, да, промазал. Бля, нормально он мне въебал. Надо с хуками аккуратней. С хуками точно надо аккуратней. Бомба на мини, это что такое, блядь? Опа, изи, опа, изи клэп, опа, изи клэп. Просто изичайший фраг. Папочка ворвался в компетитив в игру уже, блядь. Папочка просто жестко ворвался в эту игру, блядь. С разъебом сервера просто. Ах ты сука, блядь. Опа, изи. Бля, я очень ебашу, да? Обезьяна никто не дропал, ребят. Просто захотелось в эту игру поиграть. Стримов насмотрелся, как-то играть захотелось. Блять, я сдох. Против меня бот какой-то стоит. Ну, у меня его такое, как бы, не потное. Ballot Life Steel. Изи. Мне загангали. Просто мне загангали. Наверное, сейчас нужно было тики таким пы качать. А не дальше к тавору. Не знаю. Тут есть кемпы где-то? Ой. Ебать, изи. Бля, когда ко мне впритык подходит, конечно, я нереально разъебывать начинаю. Надо кемпик какой-то убить, похилиться, на базу, наверное, сгонять. Я это смогу убить? Бля, чуть крипы нет. Так, что мы возьмем? Возьмем... Вот это, я хочу быстро бегать. Правильно? Или можно взять вначале Ballot Life Steel? Ебать, челы идут. Да, вообще это useless с ними хуяриться, надо идти подкачиваться. Согласны со мной? Какой-то useless fight. Тут линия халявная, покачаться можно. У меня эти вот useless fight. Здесь тоже, да, тавара нет? Бля, что-то чел вообще дебил. Не понимаю, что я с ульта просто убиваю. Бля, бать, у меня ульт на самом деле сильный. Просто притык нереально разъебывает. Ого, блядь, это что такое? Че, мы все, блядь, до трона нахуй идем? В трон, блядь, на 15-й, поехали, ёпти.
трон, блядь, пушим лохов. Ладно, на самом деле... Бля, я не хочу ультовать в него. Ебать, а что, я какой-то хуйне стою? А в этого мы ультанули. Разъебуем этих хэншей, блядь. Разъебуем. Так, я вижу магазик по дороге. Сноси вышку, блядь. Сноси говно. Ферстит им рикошет набрать? Он же очень дорогой. А что, мне копить на него, типа, на рикошет? Рикошет же вроде очень дорогой. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Рикошет же стоит реально очень много. Блин, ну я нормально разъебываю в этом. У меня 17 тысяч творса, я очень сильно всех перефармливаю. Я прям фарм-машина. Я уже, кстати, почти нафармил на этот рикошет. Это я сейчас разъебал, типа? Или что это был за дэмэдж такой? Terrible. Вышку, разъебаем ее, блядь. Трахнуты. Товара хуярим. Я с доту, я знаю, что надо по жгачкам работать. Ой, это 7. Надо чуть спрятаться. Блять. Бля, ну хук, блядь. Джим, да я ненадолго сам зашел поиграть. Че, копим на лаки шот, я считаю. Блять, а чё мне, как мне от этого убежать? Или мне не надо убегать, а надо их убить? Ебать, я далековато зашёл, да? Разъебуем молодых, разъебуем. А ульта работает на этот, на трон? Работает, ебать дэмэджа. Дэмэджа. 7-2-9, 30к, просто разъеб нереальный, линию вынес нахуй.
Суперфан. Суперфан.